7 ноября исполнилось 88 лет заслуженному художнику Российской Федерации, почетному гражданину Сергиево-Посадского района Леониду Петровичу Демину. Он родился в селе Косарево Орловской области, окончил Федоскинскую художественную профтехшколу миниатюрной живописи и Московское высшее художественно-промышленное училище имени Строганова. С 1956 года активно участвует в многочисленных выставках, на которых можно увидеть его пейзажи, натюрморты и портреты. Многие работы его кистей посвящены Сергиево-Посадскому. Произведения художника хранятся в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, а также в частных коллекциях по всей России и за рубежом. Наша съемочная группа посетила Леонида Петровича в день его рождения. Леонид Петрович, телекомпания «Тонус». Поздравляем вас, Леонид Петрович, поздравляем от всей души, от всего сердца. Спасибо вам за то, что вы есть у нас. Здоровья вам, всех благ и всего-всего самого доброго. Леониду Петровичу Демину 88, почетный гражданин Сергиево-Посадского района, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России. Его произведения хранятся в частных и государственных коллекциях не только на родине, но и во многих странах мира. Это счастье, конечно, это счастье точно. А уж про удачу, ну, как сказать, у меня удача-то небольшая. Но тем не менее, все-таки греет душу. Вот мои работы и в Америке, и в Венесуэле даже. Ага. Вот, ну, про там Китай, Япония, Таиланд, понимаете. Особое место в сердце живописца занимает Сергиев Посад. Леонид Петрович неоднократно дарил полотна с изображением Троицы Сергиевой Лавры иностранным гостям нашего города. Из Иерусалима монашка приезжала к нам. И я ей подарил лавру нашу. И вот наша лавра... Нет, это же здорово, что в Иерусалиме... Изображение... Ага, причем зимняя лавра. Я ей подарил, ну, небольшой такой идет. В Лондоне, в церкви, у нас там есть наша православная. Тоже там кто-то ездил лавру мою. Так что... В этом смысле удача или неудача? Ну, конечно. Как хочешь, понимаешь. Пока мы беседовали, телефон в квартире звонил не переставая. Коллеги, друзья и родные спешили поздравить именинника. Алло. Знаете, вам не вовремя, конечно, да? Вам не нормально. А, Владимир Николаевич. Несмотря на солидный возраст, Леонид Петрович признался, что старым себя не считает. Ну, чувствуется сильная рука художника. Усиливай. А то поборю, усиливай как можешь. Я стараюсь, я изо всех сил стараюсь. Да? Ну ладно, тогда ничего. Ничья. Художник старым быть не может. Не может. Он все время... Ну, чудной. Не стареет. Он не стареет. Он все ребенок, понимаешь, все ребенок. После приятной беседы Леонид Петрович сделал телекомпании «Тонус» небольшой подарок на память. Лист с набросками выступающих на разных телеканалах людей. Рисование с телевизора превратилось для художника в вечернее хобби. Куда бы ни бросил взгляд Леонид Петрович, он везде найдет вдохновение. И сейчас продолжает неустанно трудиться над новыми произведениями. В общем, готовится к юбилейной выставке. Владимир Новоселов, Оксана Надежда, Ярослав Акимцев, «День города».